Приветствую всех подписчиков гостей моего канала, с вами Лена Смирнова, я как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня хочу поделиться с вами проектом, который раздает свой токен. Значит, Lunar Token, друзья. Значит, если мы перейдем на CoinMarketCap, Lunar Token, цена $2.76 за токен. Эта монетка есть уже на бирже. Если мы перейдем вот сюда в маркет, кликнем, опустимся ниже и посмотрим, на каких она биржах. На трех биржах. Значит, вот они, три биржи. И торгуется она с USDT, USD и вот такая монетка ZIL. Вот. Потом можно будет это все вывести на биржу и сделать обмен, перевести фиат и все это вывести. Значит, как заходить сюда? Логин и регистрация здесь. Сюда вводим свой email адрес. Я покажу вам, так это в общих чертах. Понравится — заходите, не понравится — не заходите, это уже ваше право. Нажали, здесь видим луна, и вот эту штучку мы переводим вот сюда, вот в эту луну. Так, все. Значит, что нам здесь нужно? Перейти теперь на email, вот наш адрес электронной почты, у вас будет свой. Идем на почту. Так, ждем. Сейчас я обновлю страничку. Нужно немножечко подождать. Письмо придет. И вот оно, письмо пришло. Оповещение. Сейчас мы это письмо. Да что ты? Где там оно у нас? Оповещение. Сейчас, ребятки, вот оно. Наше письмо. Кликаем на него. Нужно перейти, кликнуть вот подтвердить почту. Кликаем. И опять же таки берем вот эту, кликаем на эту штучку, на кружочек, и переводим в луну. Я зашла в этот проект вчера поздно вечером. Ну, здесь welcome. Значит, у меня на данный момент 42 поинта вот этих токена. Поинты, токены. И здесь нам будут платить за нашу активность. Оставляем как бы вот этот сайт открытым. Переходим по разным вкладочкам. И как бы тем самым нам начисляют монетки. Кликаем на поинты. Я вчера заработала вот столько монеток. Сегодня вот у меня сейчас уже 42 поинта. Это сегодня. Вот. Это множитель. Умножается на 1. Потом это будет все прибавляться. Как я видела у своего пригласителя. Вот. Но вчера так я очень поздно и чисто так погуляла. Значит, что мы делаем? Возвращаемся на дашборд, на домашнюю страничку. И ходим здесь по вкладочкам. Значит, переводим на русский. И что нам тут пишем? Так, ни одного хостинга. Это нам не надо. Возвращаемся опять на домашнюю страничку. Далее следующая вкладочка. Здесь тоже можно это все перевести. Почитать. Опять на домашнюю страничку. Реферальная ссылочка у нас здесь. Значит, как ее взять? Кликаем на Twitter. Нас перебрасывает. И вот она, наша реферальная ссылочка, ребятки. Вот она. Вот отсюда. Вот она, наша реферальная ссылочка.
Это где далее хэштег. Вот свою я оставлю, кому захочется присоединиться, в описании под видео. Можно твитнуть. Вот. Возвращаемся. Понятно, да? Ну, это скачать тут все такое. Это нам и не надо. Все, закрыли. Далее кликаем сюда. Здесь вопросы-ответы. Можно это кликнуть и почитать это все, перевести на русский язык. Так, ребятки. Ну, здесь тоже можно это все погулять. Далее, на чем зарабатывать. Вот я, например, вот у меня уровень 1. И кликаем на поинты. Здесь вот наши эти поинты сегодняшние. Это я вчера проходила, да? Вот. Кликаем на эти поинты. Вот. Также можно здесь вот это все покликать, почитать. Перевести на русский. Вот. И также здесь. Вот у меня множитель пока 1. Значит, здесь также вот. Нет, это 0,20. Вот поинтов. Это 21 цент, ребятки. 77 поинтов. Это значит, в центах идет уже. Вот. Видите, 77 поинтов у меня вчера было. Вот. А сегодня 42. Потом они опять тоже сюда перейдут. Это все будет суммироваться. Всего можно здесь заработать 200 с чем-то, 300 с чем-то токенов в день абсолютно без приглашений. Так, теперь по заработку. Например, вот я кликаю маркет. Да, здесь вот биткоин, всякая фигня такая. Биткоин. Кликнул, тут закрыла. Опускаюсь ниже, например, вот это я кликнула. Все, ребятки, я кликнула и пошла я заниматься своими делами. Хожу по вкладочкам, гуляю, минут через 20 зайду. Как бы. И мне начислится монетка. Следующую кликаю. Вот здесь также. Это можно здесь кликать. Я вот вчера кликала как бы. Вот кликаю сюда. Вот мне вот эта фигня открылась. И обратно я пошла гулять. Заниматься своими делами. В проекте, в боксах сидеть. Минут через 20 зайду. Вот мне опять капнет копеечка. Так следующую я кликну. Да? И опять я пошла заниматься своими делами. И вот за эти действия начисляются монетки. Также вот они есть в соцсетях. Это можно все присоединиться. И будет в Телеграм зайти. Далее вот здесь можно зайти точно так же. Кликаем. Нет, здесь у нас... Да. Кликаем. И все, и пошли заниматься делами. Опять я гуляю. По буксам своим буду гулять, как бы. А мне тем временем будет капать вот эта копеечка. Вот. Так, ну здесь что? Здесь оповещения будут. Здесь у нас... Если мы переведем... На русский приведется. Не переводится. А, ваша участие луна. Так, вчера принесло вам 0.21 лунар. Значит, 77 токенов вот этих вчера. 21 лунар. Вот этих монет. 0.21. Также вот здесь можно посмотреть как бы. Погулять.
Ну, перевести это все на русский и почитать. Вот. Что приборов. И вот таким вот образом зарабатывать. А потом наберем монеток. Это все будет потом. И можно выводить на биржу. На бирже их обменять на другую криптовалюту. Да? Взять хотя бы этот USDT. Вот. И как бы потом это все перевести в фиат и выводить. Вот как-то так. Вот такой вот проектик. Хотите — заходите. Не хотите — не заходите. Каждому свое. Как бы. Вот. И вот на всякие разные. Вот заходим, кликаем. И пошли гулять, своими делами заниматься, как бы, да? Вот. Вот такой проект. Ну, в принципе, показала в общих чертах. Хотите — работайте, хотите — не работайте. Мое видео носит только информационный характер. Вот. Как бы. Вот у меня уже 44. Было 42, стало 44, пока я как бы вот здесь с вами микрофону. Вот. На этом буду заканчивать. Я показала, где взять реферальную ссылочку. Да, вот реферал, вот эту фигню. Нажимаете, кликаете на Twitter, и там у вас будет как бы реферальная ссылочка. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.